рыбу, как пишет новичок, спасибо. Что мне сделать сейчас для спасения перского абрикоса? Ну, коротко еще раз повторю. Мульчу вы раскидаете, правильно? Вот. Персики надо будет обмотать так, чтобы они были меньше занимали места. В смысле, чтобы можно было потом. Да я вам показал фотографию того мужика. Вот, используйте такой опыт. Не обязательно делать, как он вкапывает 4 столба. Вот, сажется меньше, можно и попроще. Ну, любой способ годится. Поэтому я вам не буду дальше подсказывать в этом плане. Но поливать прекращаете. Мульчу раскидывайте. Воду отводите. Так, как я сказал. Вот. Это самый минимум, который надо сделать. И ждите чуда, чтобы кончились дожди, чтобы это. Иначе не будет это самое. Сбрасываться листва по капчу воду. Вот ту идиотскую воду, которую заливают туда кубами, называется подземный полив или влагозарядковый полив. Оба слова идиотские. Вот. Пока не выкачает обратно и не испарится из листья, дерево, листья сбрасывать не будут. Почему они этого не знают, я уже дурею, уже 30 лет. Так, значит, укрыть мешками, ну, в смысле, обмотать мешками. Это можно. Шелепов, здравствуйте, 40 сертификаций, Венгерах, такой же кристаллический слив. Да, 2 месяца, ой, нет, 3 месяца, это я оговорился. Елена Тимофеева, я Костелец, после знакомства с вами, я купила все саженцы плодовых деревьев вашего сына Сергея. Поздравляю, что я скажу. Я когда говорят, вот купила 10, и у вас будет 10 плодоносящих деревьев, я говорю, это может быть не так. Это может быть, где живете, 5, 8, 9, а может все 10. Вот, то попадет в гепатогенную зону, то, значит, это посадили в глину, то посадили, допустим, да, так не вовремя, что есть такие катаклизмы в садах, посреди зимы раз теплый, потом бах, 20 градусов мороз убьет, и это может быть. Вот, им надо еще, как бы, год-два бы повезло бы с катаклизмами, а потом уже окрепнет, там его ничего, сам черт не брат. И, конечно, к нему не подходить. Сергей, заранее обрезку делаешь, и вам ничего этого делать не надо. Вот. Год-два бы продержаться, а это еще вопрос. Климат-то бывает, это теплый регион, это еще не обязательно, что ура будет. Так, компьютер правит текст. Это к чему? Елена Тимофеева. Все саженцы растут хорошо. Сейчас сушу саженец, яблони сорта «Слава Победе». Правильно называется «Слава Переможцам». Ну, пусть будет «Слава Победителям». По совету, где можно купить надежного производителя. Так, ну, этот сорт как сорт, сало как сало. Вот, я подсказать не могу, может кто-то другой. У Галины Телкова нет, у Железова тоже нет. Жаль, да сильно мало. Вдруг никто не ответит вам. Арсен, да все больше. 37 еще видел. О, Юн, я вас слушаю. Даже орехи зацвели. У меня сейчас ваши семена на сертификацию в холодильнике. Ну, по-моему, года 3 ничего не покупали. Хм. Ваши абрикосы жизнеспособны. Ну, Молдавия там свой климат. Но это не значит, что он может быть хуже моего, может быть даже лучше. Ой, не Молдавия, а это самое, Монголия. Ну, спасибо, что это, уже мы за границу перелезли. На Украине пошли мои хасанские персики, да как пошли. О. Так, что-то пишет Андрей, послушай, подождем. А потом я призову вас. Помните, как эта песня была жалостливая из кинофильма? Купите фиалки, фиалки лесные. Такая песня с языка вышибала. Я вам тоже. Купите косточки. Вот. Это у вас единственный шанс на данный момент. На данный. Пока есть у кого покупать.
Я еще скажу пару слов, все равно пока ждем, для протокола. Значит, когда меня не будет, например, невозможность мной выполнять обязанности продавца семян и черенков, значит, автоматом должны меня сменить. Первый номер – это Юлия Сергеевна Мельникова, фотографии показывал. Вот и второй номер – Дарья Александровна, ее сестра Бутовина. Вот, потому что Кольчик у меня запас еще на 2 года. Вот, могу обеспечить всю Академию наук. Вот, самое интересное, чем это не надо. Занимается этим самым, такой, ну, неинтересно работать, скажем так. Вот, не замахиваются. Теперь, значит, читаем Андрея Валерий Константинович. Вот ссылка на вашу котику 4-летнего мажорского абрикоса. А ну-ка, я так не пойму, Андрей это кто? Открываем ссылку. Вот где-то я видел. Уже видел. А, 23-й год. Я видел эту фотографию. Так, ну давайте сказал А, говорите Б. Где, кто автор именно этого дерева? Вот. И почему? Ну, кто-то скажет, мелочь, да? А, говорите. Мелочь, мелочь, мелочь. Говорите, говорите. Так, где мы были? Где мы были? Вот здесь. Итак, 4-летний маньчжурский абрикос. Чем мне нравятся вот эти маньчжурские абрикосы, да? Давайте еще раз посмотрим. Нет, не здесь. Где мы были? Вот. Чем мне нравятся маньчжурцы? Нигде не повторяется. Ни у меня, ни у Ваулина, который совершил сенсацию, удивил весь научный мир, только чтобы сказать, чьи они. Вот. Это как меня на порог не пустили. Представьте себе высокое собрание. Вот. Мои абрикосы, моя технология под названием «Не делай ничего». Вот. Плюс без пересадки. И вот получили уникальный результат. А я как тут этот самый жалкий, меня на порог даже не пустили. А достаточно было сказать, что Ваулин теряет железо. Вот так бывает. А теперь смотрите, очередной вариант. Я надеюсь, что тут все честно. Что Андрей Подобарев. О, вижу, вижу, вижу. Андрей Подобарев. А сюда нажать. Ну, дальше я не понимаю, как надо делать. Короче, Андрей Подобарев вырастил за 4 года вот эти вот мажорские абрикосы из косточки железа. Правильно? Ничего не путаю. Возвращаюсь. Вот, возвращаюсь, возвращаюсь. А, еще раз. Вот ссылка на вашу косточку 4-летней. А, Челябинск. Ну вот, как видите. Захотим, можем. А вот теперь люди расписались. Теперь ждем письмо Валентины и Блиновой. А, вот она одна есть. Года 2-3 назад брала очерки. Яблоки, винти, формел, белоснежный кандиль, розмарин, ух ты. Удалось привить на диски, хотелось бы знать о сроках согревания. Ранее, среднее, зимнее. Значит так, это не на какой год, а на какой месяц, правильно? Квинти, значит, летний-осенний, формел летний-осенний, белоснежный кандиль, ни хрена не знаю, Сергей где достал, привил. Вот, я к нему подходил только так. Ну, летний, осенний, не скажу. Розмарин довисел до зимы. Я читал, что он летний, потом смотрю, всю осень провисел. А последние плоды даже не упали. Я их снимал уже, когда мороз ударил. И вот, но я не считаю, что он у меня... Эх, посмотрю. Сейчас будем разбираться. Я быстро, у меня там несколько плодов еще лежит. Люблю удивлять народ. Ну, слабость такая.
я часто жаловался, что после прошлогодней засухи все мелкое. Вот эти вот плоды. Ой-ой, сейчас мы с вами обратно будем меня это выводить на чистую воду. Сейчас. Сейчас посмотрим. Видно. Ну-ка. Ага, вот так вот, если показывать. Вот он розмарин. Как видите, еще живой. Вот он меня все 2 года плодносит, и все, что я знаю, то будем считать, что я его изучаю. Вот видите, вот этот самый Golden Delicious, который не Golden, до сих пор живой. Ну, это зимний, ладно. А что розмарин может зимой лежать? Сам первый раз слышу, потому что идет изучение. Ну, хотя бы так объяснил, ладно. Так, ну что, сейчас еще немножко будем заканчивать. Так. Потерял нить. Ага. Так, видели, да, в окошечке я показывал. Идем дальше. Валентина, подскажите, саженцы слив себе набрала у вас. Болеют. Ну-ка. Болеют. Я определяю кучерявость. О, пыталась лечить, но почти без полета за мои усилия. Спасибо, Юг Томской области. Ну, давайте будем говорить про сливы. Практически я ни разу в жизни не видел кучерявость на китайках. Так. Вот. Теперь Юг Томской области, это считайте север. Это все равно север. Вот. И такие, например, ну я обычно какие кустики продавал, какие вы могли выращивать? Китайки и, допустим, венгерки. Венгерка – это вообще южные плоды. Я сам с ним знаком был с 7 лет на Украине. Так, 7 лет. Вот. Возможно, им там просто не место. Тем более не привитое. А привитое, ну от чего будет привитое, если вы из косточек выращивали? Вот. Кучерявость, она не лечится. Это состояние дерева. Это просто состояние дерева. Сейчас надежда на то, что привыкнет или помрет, от нас больше ничего не зависит. Вот. И усилия ваши, как вы говорите, пытались, это напрасный труд. Можно только все использовать. Вот. Это не лечение, это издевательство над деревом, когда еще хуже становится. Вот. Жаль, я вам ничего толком не подсказал. Бывают проблемы сходные, то есть вот то, что я, даже как у рыбки, о которой вы в самом начале говорили, она специально выращивала, одновременно и губила деревья параллельно. Что-то у вас случилось, может, еще что-то. Да, Томская область – это такое место, ужасное для садоводства. Вот. Китайки жить могут. О каких сливах идет речь, я не скажу, не знаю. Так, Андрей, храни вас Бог. Спасибо, вас тоже. Теперь, дорогая Валя, кто у нас Валя? А, вот, это вам говорит жительница Монголии. Приходите, дурак, не сон, для занятых женщин. Там вы найдете ответ. Это и ваша онлайн-урок садоводства для занятых женщин. Ну, он, может быть, там учится, но я боюсь, что если вот этот вот НИСО для занятых женщин, вот это вот канал, или как он называется, если это традиционный канал, то вас научат, как добить до конца. Вот. Я ни одного еще не знаю, так сложилось, кроме меня и детских учеников, которые бы сказали вот то, что я говорю. Только вот, вы же хотели, вот, допустим, рыбка, да, она хотела, чтобы я ей подсказал, да, вот давай, осветляй, давай это, формируй деревья. Вот, осветляй. Вот это и есть уже к смерти. А когда деревья кучерявятся, вам могут там сказать, урок для зайца же, могут сказать, ой, вы знаете, туда солнце не попадает, вот причина. Давайте режьте. Вот этого я боюсь. Вот. Вот этого я боюсь. Вот. Так что, и вот эти уроки я тоже боюсь. Я считаю так.
если не агрессия одним, допустим, вебинаром, а, допустим, завтра, через неделю вебинар, через неделю вебинар, довести, что все можно знать. Я же повторяюсь. Или еще вебинары смотреть в разные годы. Тогда точно. Поверьте, поверх этого не нужно знать и даже вредно знать. И даже вредно. Вот. Вы знаете, у нас в жизни еще нет однозначного. Вот. Почему? Вот, допустим, я могу отклониться, но очень важная тема. У нас все время позволяет. Смотрите. Отношение к этим самым, допустим, к алкоголю. Алкоголь часть людей убивает, доводит до могил, аварии, все что угодно. Трагедия страшная. Вот. Но иногда, когда у человека страшное горе, ему нужно рожать зубы и влить туда 100 грамм водки или этого, или коньяку. Смотришь, обошлось. Вот. Это крайность. Когда-то академик Чазов выступил против всей этой. Вот как бы там был революционер. Академик Чазов, личный врач Горбачева. И вдруг сказал, каждый день надо пить алкоголь. Вот. Но выверенный с точностью от зависимости от веса до грамма. И люди начали еще больше пить. Вы поняли, о чем речь? Любое лекарство может стать ядом. Любой яд может стать лекарством. Попробуйте однозначно, когда люди такие. Ура, язву разрешил. Я помню, на заводе у нас был ажиотаж. Язву разрешил каждый день пить. А у нас было так, неделю трезвый, потом запой, 2 недели трезвый, потом запой, потом авария, потом могила. Вот тут советуют, правильно, каждый день помаленьку. 40 грамм водки, стакан вина, бутылка пива. Или то, или то, или то. Вот его один пример. Вот. Боржевание. Я всю жизнь занимался этим. Я себе сберег эту жизнь благодаря моржеванию, избавился от астмы, все. Вот. Но я всегда говорю, 100 человек призывать к этому вылечиться, а как у нас учительница в крещенские морозы пошла, искупалась, тромб оторвался, и она мертвая. 99 подлечили, сотая в могилу. Ничего дозначного не бывает, понимаете? Вот. И таких примеров я могу сколько угодно приводить. Так, что здесь еще написано? Там другие по насекомым и болезням. Значит, по насекомым, если это будет просто жизнь насекомых, допустим, просто про их жизнь, оно неинтересно, в школе проходили. Если по пользе насекомых, я вреден насекомых, не дай бог, там написано, что муравьи вредные, что они опасны, что их надо уничтожать. Не дай бог, просьба это, Алют, пожалуйста, моя старая подруга, не последний вебинар, посмотрите, что про муравьев там они говорят. И тогда все станет это. Или это даст человек, если муравей полезнейшее насекомое, да еще и разумное, которое нельзя убивать. Муравейникам нельзя подходить, еще надо огораживать так, чтобы, не дай бог, случайно кто-то не подошел. Вот. А если что-нибудь вредное, тогда эти онлайн-уроки нужно туда послать, а мы с вами должны знать. Извините, есть такое выражение у нас у русских. Прокукарекал, прокукарекал, давайте ждать рассвета. Мы теперь будем ждать, вот вы пишете, когда вы скажете про муравьев, там у тех занятых женщин они полезные или вредные. Вот. А если полезно, то да, слава Богу. Вот. Ну что, будем заканчивать, друзья. Заказать семена в каталоге жюри 2023 года. Поняли, да? Это мой хороший совет. Ну и будем прощаться. Будем прощаться примерно на этой фразе. А нет, не имею права, так как наша монгольская подруга пишет, подождем. Я никогда с порога не отметаю никаких информаций. Да, вы пишете, я их не трогаю. Мне надо знать, вот тех, кто учит онлайн-уроки, как относятся к муравьям. Пожалуйста, посмотрите, ладно?
Вот теперь еще Железов, мой брат пишет, подождем. Ну, кому-то можно отключаться. Вот. Но я должен до последнего песню допеть до последнего этого фразы. Вот, Железов, да, я, ссылка на вебинар, разбитая на части. Вот что вам надо. Я вас очень прошу, в этом случае рыбку, и не только рыбку. Пожалуйста, это скопируйте. И надо успевать до весны. Ну все, со всеми поговорили, со всеми прощаемся. Вот. Давайте до следующего понедельника. Вы меня простите за то, что это я опять рассказывал о таких вещах, которые большинство из вас знает и без меня. Вот. До свидания. Ох, я не посмотрел участников. Ребрик с нами. Ой, это самое главное. Ребрик это как наш, сказать, свадебный генерал нельзя. Вот, он действующий садовод. Вот, это для меня высшая честь, что с нами Александр Ребрик. Вот, ну, а мы, как в песне поется, мы садоводы из простых, из сережек золотых. Вот, до свидания.